вы умираете, Вегетта, вы умираете в реальной жизни! Черт, меня убили, банда! Нет, пожалуйста, отстань! И что здесь вообще происходило? И мое лицо все в крови! Что творим, бро? Меня зовут Саркионис, и бро, вы не поверите! Я отправляюсь по флешку с Майнкрафтом, который купил в Даркнете! Только вдумайтесь в это, это реально жесть! Я реально купил Майнкрафт с Даркнета за $100, только вдумайтесь в это! Это какой-то золотой Майнкрафт! И да, под вам не послышать, я реально отправляюсь по эту флешку, потому что эту флешку мне не пришлют по почте, мне нужно пойти ее и найти! Мне скинули координаты, где она может быть! Это какая-то заброшка, банда, какой-то заброшенный дом! И бандиты, знаете что, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков! И тогда, банда, я покупаю абсолютно что-то новое из Даркнета! То, что вы напишите в комментариях, так что давайте быстрее! Эй, бро, подписывайся на мой канал, чтобы быть моей суприм банде, ведь кто не с нами, тот под нами! А я как вижу, бро, не очень же нравится быть под нами! Так что подписывайся на мой канал, и ты будешь с нами, бандит! А тем временем я иду по флешку! Окей, Суприм Банда, я дошел к какому-то дому, но я не знаю, что это такое. Просто посмотрите, вы это видите? Окей, на геолокации в Google карте был отмечен этот дом. Получается, где-то здесь моя флешка. О, черт, надеюсь, здесь никто не живет, банда, это просто жесть, посмотрите. Какой же он стрёмный, черт. Посмотрите, там что-то есть. О, черт, банда, это же куры. О, а пахнет як. Черт, оно воняет, банда. О, господи. Сейчас будет смешно, если кто-то отсюда вылезет. Окей, Суприм Банда, пока что никого не видно. Получается, здесь никто не живет. Получается, это все-таки заброшенный дом. Но там куры, получается, это чей-то дом. Окей, Суприм Банда, тем не менее, нам, наверное, нужно войти в двор через эти дверцы. О, господи, просто посмотрите на это, черт. Гляньте, что здесь? О, господи, какой же он стрёмный снаружи, это просто жесть. Тем не менее, банда, где-то здесь спрятана моя флешка, то есть где-то здесь, банда, я должен её найти. Но где она может быть, я без понятия. Про дверь не написал, куда он её положит, поэтому мне нужно здесь всё обходить и потом её уже найти. Ох, банда, это просто жесть, гляньте, здесь какая-то трещина. А ещё больше меня пугает луна, это жесть. О, господи, какие сегодня полнолуние, банда. Чёрт, посмотрите, вы это видите? Соседские собаки начали лаять, это точно не к добру, посмотрите, что здесь? Здесь кто-нибудь есть? Едима Масленника, у меня 6 миллионов на канале. Смотрите, это же флешка! О, господи! Я ее сразу же нашел, ставьте лайк за чуйку! Окей, быстрее сюда уходим, а то у меня могут быть проблемы. Черт, скорее всего, что это даже частная территория, банда! Окей, куда тут дальше идти? Это просто жесть, вы это видите, мы сразу же нашли флешку! Черт, просто убегаем уже отсюда, банда, это такая жесть! Это дом, это реально находка, тем не менее, я нашел флешку с Майнкрафтом! Окей, банда, я убежал, вот флешка с Майнкрафтом! Встретимся уже дома, думаем уже включать флешек, мы посмотрим, что на ней есть! Окей, банда, не знаю, как вам, но мне реально уже стрёмно запускать этот Майнкрафт. Тем не менее, я готов. Давайте посмотрим, что у нас здесь на флешке. Черт, посмотрите. Здесь какой-то блокнот под названием Dark.web. Dark.web, банда, тот самый Darknet. О, господи, а дальше у нас идет установщик Майнкрафта. Окей, посмотрите. Здесь какие-то налили, что это? Что это вообще такое, банда? Черт, это очень странный блокнот, банда. Здесь что-то непонятное. Похоже на букву О или 0. Что это такое? Но оно слишком большое, как для обычной цифры и буквы. Окей, дальше у нас идет установщик Майнкрафта. Давайте сейчас я просто уже установлю этот Майнкрафт, а дальше мы уже с вами встретимся в нем. Окей, Суприм Банда, я запускаю Майнкрафт, скинутый из флешки, который я купил в Даркнете. Только вдумайтесь в это. Предупреждение. О, черт, Банда, мне уже это не нравится, какое-то предупреждение. Эта игра как ваша жизнь. То есть, если вы умираете в игре, то вы умираете в реальной жизни. Что происходит, Банда, что это значит? Здесь реально так написано. То есть, если я умру в игре, я умру в реальной жизни. О, черт, Суприм Банда, этого я точно не ожидал. Это просто жесть, окей. Тем не менее, Банда, ради вас я готов это сделать, давайте же посмотрим, что будет дальше. Черт, посмотрите, мы где-то появляемся, темный экран. О, посмотрите, где это мы? Что это? Пентхаус, это какой-то дом, взгляд, это реально какой-то дом, Суприм Банда. Он красивый такой, неплохой, я бы в нем жил, если бы он в реальной жизни. Окей, давайте пройдем к двери. Окей, они почему-то не открываются, это уже подозрительно, очень подозрительно. Что это вообще за Майнкрафт, что сразу же появляется с каким-то домом? Возможно, это какая-то деревня? Окей, здесь какая-то кнопка, давайте на нее нажмем. Черт, ну же, давай открывайся, дверь. Окей, банда, мы вошли в дверь, посмотрите. Темный экран, черт возьми, что происходит? О, господи, гляньте, мы в каком-то доме, вы это видите? Окей, сундук какой-то, гляньте, книга, я взял какую-то книгу. Черт, что-то на английском непонятное. Окей, пропустим это, банда, не хочу читать. Окей, что ж, направляемся дальше. Здесь какая-то библиотека, тоже сундук, его не открывается, банда. Что происходит, почему сундук? Гляньте, что это? Это что, кровь на полу была? Окей, что ж, давайте пройдем дальше. Здесь блоки в крови, вы это видите? О, господи, черт, что это такое? Сила кровавая, она варится в котле, вы это видите, банда? О, господи, это просто жесть, сколько здесь кровища! Черт, это будет когда-то в реальности, что-то не так! Просто посмотри,
Извините, это реально Стив в Майнкрафте, только он весь в крови! Он просто мертвый, вы это видите! Окей, давайте уже просто от него уйдем, я не хочу это видеть! Окей, что ж, давайте идем дальше в следующую комнату. Черт, здесь какие-то лестницы и какие-то двери, они опять не открываются! Окей, поднимаемся дальше! Это видели, банда, там кто-то был. Черт! Черт, эти двери тоже не открываются, вы это видите? В этом доме что-то не так, почти все двери не открываются. Окей, давайте направляемся дальше. О, глянь, у нас открылась эта комната, вы это видите? Черт, вы видите это? Здесь овцы, блин, дверь закрылась. Здесь овцы, коровы, жители, вы это видите? Здесь жители в плену. О, господи, кого-то убили, там убитый Стив, там голова Стива. Черт, это реально страшный Майнкрафт. Вы это видите, банда, что с ним? Он просто лежит мертв. Это мертвый Стив. Это просто жесть, Суприм Боды, все в крови. О, господи, куда я вообще попал? Зачем я купил этот Майнкрафт? Это реально какая-то проклятая версия Майнкрафта. Черт, давайте скорее уже отсюда уйдем. Это жесть, сколько кровища, это просто жесть и мертвые трупы людей. О, господи, окей, здесь какие-то странные комнаты, куда они вообще ведут? Здесь просто куча крови, вы это видите, банда? А что если это дом какого-то маньяка, банда? Черт, это просто жесть. Черт, вы это видите, он просто выпрыгнул передо мной. Чуть ли мне на лицо не сел, это жесть, банда. О, господи, окей, меня отбросило куда-то. Это жесть, я уже не хочу играть в этот Майнкрафт. Просто посмотрите, какие-то двери, они все закрыты. Куда меня вообще бросило? О, господи, окей, здесь все кровище, это жесть. Здесь реально какие-то странные сеансы проводят. Черт, посмотрите. О, господи, он там стоит, вы это видите, банда, просто посмотрите. Окей, я не знаю, что делать, идти на него. Черт, он убежал. Вы это видели, банда, окей. А что, если бы это купил ребенок какой-то? Он бы тоже себе испортил психику, банда. Черт, что у нас здесь такого интересного? Черт. Вы это видите, банда, там просто стоит Стив. Господи, гляньте, Эксайд, мне нужно идти на выход или что? Мне нужно выйти куда-то. О, черт, окей, здесь просто варится. Господи, что он хочет меня? Нет, убегаем, убегаем, банда! Скорее убегаем! Он за мной бежит, вы это видите? О, господи, он варит какую-то голову Стива! Черт, нужно, почему все двери закрыты? Скорее убегаем, нет, он уже за мной меня бьет! Черт, меня убили, банда, вы это видите? Меня убили! Черт, а вначале писало, что если меня убьют игре, меня убьют и в реальной жизни! О, черт, что происходит? Меня этого не по себе, супербанда! Эта игра реально странная, банда, мне все еще в это не верится! Господи, зачем я сейчас сел в нее играть? Это ужасно! Окей, супербанда, мне это вообще не нравится, блин, черт возьми! На мониторе написано, что я умер, вы умерли! А в игре было написано в начале, что если я умру в игре, то я умру в реальной жизни, так же само! То есть, если в этой игре меня убил какой-то ненормальный ученый, то в жизни тоже так должно произойти! Это же супербанда! А еще больше мне нравится, что я слышу там какое-то шебрушание! Черт возьми, что это вообще может быть? О, господи, знали вы, как я волнуюсь, супербанда! Эй, здесь кто-нибудь есть? Да еще с учетом того, что я сам дома. Черт, мне реально этого не по себе. Я уже жалею, что купил этот Майнкрафт. Оно этого не стоило, банда. Эй, здесь кто-нибудь есть? Эй. Нет, пожалуйста, отстань! Черт. Этого не хватало. Господи, все лицо. Все лицо болит. Это просто жесть. Я не знаю, с чем она это делала. Ай, черт, видели этого монстра, его лицо. Господи, просто все в крови. Это жесть, банда. Мне вообще повезло, что я остался хоть как-то жив. Нужно вставать, валить отсюда, а то он меня сейчас вообще еще прикончит. Ай. О, господи, это просто жесть, супербанда. Я не понимаю, зачем им это все. Блин, это была последняя покупка из Даркнета. О, господи, нет, только нет, он здесь. Он все еще здесь. Нужно принимать этот ран и убегать отсюда. Нет, 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 пожалуйста, отстань. Блин, черт. Черт, нас отстань. О, господи, только не это, я прошу, не бей, нет, ой, О, господи, черт, сколько времени уже прошло! Это просто жесть, супербанда, что он со мной наделал? О, господи, все лицо просто болит, гляньте! У меня все в крови, вы это видите? О, черт, чтобы я еще когда-то сел играть в Майнкрафт! Он был в этой двери, банда, я помню, он выходил из нее! О, черт, эй, здесь кто-нибудь есть? Черт, посмотри, здесь какая-то тряпка. Нет, я просто закрою изну его. Если его здесь нету, чтобы он даже больше не входил. Это просто жесть, гляньте, что это? О, черт, банда, она полностью в крови, вы это видите? О, господи, это жесть. Черт, супербанда, ну меня запросто убить. Гляньте, здесь кровавый след руки. И здесь тоже, вы это видите? О, господи, что здесь у тебя было, что происходит? О, черт, супербанда. Что это такое? Гляньте, вся банда просто в крови. О, черт, это жесть. Господи, что здесь вообще происходило? И мое лицо все в крови. Господи, вы это видите?
написано на помощь, помогите! И все в кровавых отпечатках руки! О, господи, здесь написано «помогите» и сразу же адрес! Улица Амстер, 87А, что это такое? Получается, они убивают всех, кто играл в этот проклятый Майнкрафт! Это жесть, у преподы увидели мое лицо! О, господи, мне кажется, это было... О, черт, как же не хочу открывать эту дверь! Эй, кто здесь? А, черт, нет, отстань! О, господи, это просто жесть! Вы это видите? О, черт, нужно вытащить флешку, банда! Нужно вытащить флешку, то есть вытащить игру! О, все, я вытащил! Нет, пожалуйста, нет! А-а-а!